Здравствуйте, друзья. Прикольный ролик получился. У нее как это, пердак рвануло в самом конце. Такой вежливый, такой обстоятельный голос. И я представляю, что там за кадром, за чудо сидит. Какое у нее самомнение. Это вот тот самый персонаж, уверенный в своей правоте. Это вот до мозга и костей. Это коллектор, который уже не один результат получил, который уже довел до нервного истощения не одну сотню людей. Но смотрите, что у нас получилось с ней в самом конце. Внимание. Здравствуйте, компания «МБФинанс», специалист Тимошина Оксана Сергеевна, запись разговора ведется. Дмитрий Евгеньевич Кузнецов, с вами общаюсь? Да. Замечательно. Дата рождения 28 июля 72 год? Да. Дмитрий Евгеньевич, звонок по вопросу задолженности. В ПАО-банк ФК «Открытие» поступает 609 751 рубль. На сегодня долг по потребительскому кредиту. 855 дней нарушайте договоренность с банком. В частности, статью 819. Вам банк предлагал... Ага, банк предлагал вам решить проблему в досудебном порядке по программе снижения финансовой нагрузки. 158 970 рублей. Полному закрытию. Почему не воспользовались? Не хочу, дорого. Что дорого? Дорого. А полную сумму долга 609 751 рубль дешевле обойдется, вы считаете, да? Вообще бесплатно обойдется. Да, ну банк уже подготавливает документы для передачи дела в суд, поэтому вы как-то... 855 дней, да? Да. А вы слышали что-нибудь о злоупотреблении правом? А, злоупотреблении правом. Каким злоупотреблением? Дмитрий Евгеньевич, я смотрю... В течение 60 дней, я смотрю, вы такой начитанный. Да нет, я юрист, понимаете, я образование позволяет. Послушайте меня, пожалуйста. Вы, послушайте меня, пожалуйста. Вы кредит оформили 17 декабря 2014 года, юрист вы наш, а 19 января 2015 платежи перестали поступать. Зачем вы добавили слово «юрист вы наш»? Ваши юристы не умеют работать, я не ваш. Дмитрий Евгеньевич, вы знаете, что ваш кредит уже попадает совсем не под административную ответственность. Поэтому я советую вам... Все-таки решить тему. Вопрос в досудебном порядке, настраиваемся на диалог, перестаем смеяться в трубку, доказываем свою состоятельность, Дмитрий Евгеньевич, другим способом. Берем деньги, идем и платим. Всего доброго. Друзья, ну тут бальзам на душу тем, кто ненавидит коллекторскую масть. Мне тоже, кстати, тот же самый бальзам. Буквально два слова, да, там не очень хорошо было слышно, она верещала. Я про злоупотребление правом. То есть по закону, если чьи-то права нарушены, да, на досудебные конфликты дается, в принципе, по законодательству 60 дней. То есть в течение 60 дней стороны могут попытаться договориться без суда. Если после этого никакого решения не принято, само собой, пострадавшая сторона должна обратиться за справедливостью в суд. Если этого не происходит, то это называется злоупотреблением правом, то есть наращивание шапки долга и так далее и тому подобное. Если, конечно, в договоре прописаны такие варианты, то есть увеличение суммы долга за счет пеней, штрафов и так далее. Именно это она хотела мне сказать, и именно это я хотел ей сказать. Но она не услышала, она сказала, какое такое злоупотребление, понятия не имеет. Для нее слово юриспруденция, наверное, также непонятно, как для простого человека какое-нибудь там сложное химическое соединение. А что поделаешь, вот с такими знаниями только туда и идти работать. Ну ладно, друзья мои, здесь на самом деле... Все очень просто, просто весело и все. Кому нужна юридическая защита, кто хочет обратиться за услугами в компанию «Алям», ссылочка на наш сайт в описании ролика. И в правом верхнем углу сейчас подсказка вылезет. Вот она. На нее нажимаем и попадаем на наш сайт. На сайте выложена видео-презентация, как устроена работа кредитных юристов компании «Алям». Также мы добавили на наш сайт видеоотзывы. Теперь вы можете еще и отзывы наших благодарных клиентов услышать, увидеть. Кто не понимает, собственно говоря, почему их не было на сайте, ну вот, наконец-то сподобились наши айтишники, разместили. Ну, они, кстати говоря, в плейлисте на нашем канале есть. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в группу ВКонтакте, ссылочка на группу в описании ролика.
Ставьте лайк, если вам понравилось, напишите комментарий. На связи с вами Кузнецов Дмитрий был. Всего вам хорошего, финансового благополучия и здоровья. До свидания.